На Амурском судостроительном заводе идет строительство 10 ракетных корветов для Тихоокеанского флота. Об этом сообщает Машньюз со ссылкой на пресс-службу предприятия. На АСЗ продолжается планомерная работа по строительству заказов для Министерства обороны. Сегодня на заводских стапелях в разной степени готовности находятся корпуса 10 будущих боевых кораблей для Тихоокеанского флота России, отмечается в сообщении. Сейчас судостроители проводят стыковку блоков 6 корпусов корветов. На 3 малых ракетных кораблях «Каракурт» заканчиваются корпусные работы, идут трубомонтажные и электромонтажные работы, монтаж фундаментов и оборудования. Первый серийный «Каракурт» под названием «Ржев» уже практически готов к выводу из цеха и спуску на воду для дальнейшей достройки и швартовых испытаний. Корабль заложили в июне 2019 года. Всего верфь должна передать ВМФ РФ 4 таких корабля. Ранее сообщалось, что производственная программа завода расписана до 2033 года.